не могут жить в разлуке. Всем привет! Сегодня мы узнаем, как ярко прошел юбилейный концерт Димаша Кудайбергена в Стамбуле и где ожидать новое шоу артиста. На сцене учитель Марат Айтимов подарил певцу праздничный торт. Настал момент, когда артисту надо было задуть свечи на торте и загадать желание. Димаш сказал: «Я мечтаю о мире без войны». Конец цитаты. I have a dream. I have only one dream. I dream it about world without war. May Allah bless everyone. Doesn't matter which nation or which country that person representative. Doesn't matter. We are all living under one sky. We are all Allah's children. We're all God's children. So may Allah bless everyone. I dream it about world without war. Peace. No one children crying. Just we need to show to them how need love each other, how need respect each other. So, dears, you are my teacher also too. Thank you for this opportunity. Thank you for this chance. May Allah bless you. Заметьте, в свой день рождения мечтает не о своих желаниях, а о мире во всем мире. Вот такой народный артист мира. Итак, Димаш выступил в Стамбуле с одним из самых грандиозных концертов в своей карьере. Can you have more, please? Sorry for this. Because you're free. Все было прекрасно, даже дата его дня рождения, 24 мая, совпала с традиционным днем проведения шоу в пятницу. На сцене с Димашем были его друзья, коллеги, уважаемый учитель Марат Айтимов и, конечно, брат Абиль Мансур. Рядом на первом ряду находились мама Светлана Итбаева, любимая бабушка Миуа, которую Димаш всегда называет только как «мама». Сестра Раушан, скорее всего, была за привычным местом у сцены, пультом управления мониторами. Артисту аккомпанировали за роялем не просто музыканты, а непосредственно авторы и композиторы мелодий, несравненный Ренат Гайсин и приехавший из далеких США знаменитый Нейтан Ванг. I know your songs from my 5 or 6 years old. I grew up with your songs, so everybody, I think still everybody remember that song called Shenhua, Endless Love. Dimash, and I think that you probably know how wonderful a person he is. He is just so giving, and that's what I love about him, and I think you know that because you are all fans of his, and you can see how much he gives. Okay, now we can start. Come on. Димашу из зала преподнесли флаг Казахстана, и певец гордо поднял его над сценой.
очень символично и патриотично. Конечно, певец спел с залом и дал возможность выступить с микрофоном одному из зрителей. Султан Кудайберген. Ранее на припате этот молодой человек уже радовал своим талантом дорогих. Спасибо всем авторам видео и фото за их труды. На концерте вы видели, что проводилась профессиональная съемка, значит, можно надеяться в скором будущем посмотреть концерт в хорошем качестве. И самая приятная новость, папа артиста Канат Айтбаев порадовал прекрасной новостью, что один из новых концертов Димаша пройдет осенью в Казахстане. С вами был Петр Грик. Всем счастья и здоровья. Әлемде бейбітшілік болсын, татулық болсын, ел мен елдің арасында қай ұлт болмасын, қай мемлекет болмасын, бәрі өзара тату болу керек, өзара дос болу керек. Өйткені достаса білу үлкен даналықтың белгісі деп ойлаймын. Сол себептен осы концертте мен үшін көзайым болып, ұлттарыңыз бөлек болса да, діндеріңіз, нәсілдеріңіз бөлек болса да, өзара дос болып, көңілдеріңіз бір арнаға тоғысып, осы концертке келіп отырғандарыңызға мың мәрте рахмет. Енді
Келесі